За каждым из этих людей большой жизненный опыт и управление не только предприятиями, но и городами и отраслями. Многие их проекты нацелены на работу с молодежью и передачу им жизненного опыта. И самое главное, по мнению ветеранов, сохранить благоприятную ситуацию в регионе. И сделать это можно благодаря гражданскому обществу. Давайте мы разумно подойдем с точки зрения нашего с вами жизненного опыта. Что нам нужно? Нам нужно единство в области. Пока оно есть. Рефреном звучали и слова молодых депутатов, которые уверены, что для них прежде всего важна стабильность. И поэтому уже сейчас они планируют встречу молодежного актива у нас в регионе. Проведение у нас в Орле в сентябре форума председателей Совета молодых депутатов и молодежного парламента по Центральному федеральному округу, по обмену опытом. Молодежь инициирует самые различные социальные проекты. Они ищут формы, которые будут интересны многим. Активные молодые ребята, которые проводят многие не только патриотические, но и очень важные проекты у себя на территориях муниципальных образований и в том числе городских округах. Так что мне очень нравится с ними сегодня работать. Диалог на равных – постоянная рубрика в повестке дня. На этот раз его вела ректор Государственного университета имени Тургенева Ольга Пилипенко. Светлана Бабарыкина, Артем Горохов, Арсений Куликов, телеканал «Первый областной».